Но пока я смотрю, все вяленько. Но ничего, мы это поправим. Друзья, мы рады вас приветствовать на ежегодном гала-концерте фестиваля «Студенческая весна» Самарского государственного технического университета! Спасибо! Молодцы, молодцы! Ну что ж, и теперь мы перейдем, не побоюсь этого слова, к традиционной перекличке наших факультетов. Поехали! Ну что ж, ФММТ здесь? Молодцы, молодцы, это новый факультет, поэтому пока что все сложно. А дальше ФГО. Молодцы, ФГО, ФВП. Ну ладно, теплоэнергетический факультет здесь? Молодцы, темники. И Д. Поддерживаю, и Д также молодцы. И Ж. А может быть, сегодня на концерте присутствуют гости? Гости политеха, вы здесь? Молодцы, молодцы! А теперь все вместе, политех, вы здесь? Еще раз, друзья! Молодцы! Ну что ж, а теперь мы идем непосредственно к представлению нашей студенческой коллегии. Поехали! Шадрин Игорь Леонидович, руководитель независимого театра «Пустынный дождь». Аплодисменты! Чертовский Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Самарского государственного института культуры. Брегер Леонид Борисович, режиссер-постановщик массовых мероприятий, шоумен. Гуркова Ирина Валерьевна, почетный работник образования Российской Федерации. Мичурина Валентина Юрьевна, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель президентской премии «Юное дарование», композитор, вокальный аранжировщик. Руденко Евгений Александрович, музыкант, автор и участник музыкально-юмористического коллектива «Шиз-оркестр Каша», участник различных музыкальных и театральных фестивалей. Слуцкая София Леонидовна, член жюри всероссийских и международных конкурсов, эксперт-хореограф, балетмейстер-постановщик. Шадрина Вера Евгеньевна, старший преподаватель кафедры хореографии Самарского государственного института культуры, балетмейстер независимого театра «Пластилиновый дождь». Ульбаев Виталий Фаридович, руководитель и педагог танцевальной студии ДНС, главный хореограф от города Самары на телепроекте «Большие танцы» на телеканале «Россия-1». Участник телепроектов «Танцы на ДНТ», а также «Танцуй» на Первом канале. Козых Михаил Михайлович, резидент «Камеди Клаб Самара Стайл», радиоведущий, шоумен. Юраков Евгений Владимирович, автор и актер стема «Каюк Скао», гран-при Всероссийского фестиваля стемов «Курская Амалия 97», призер фестивалей «Томский», «Омский» и «Ижевский», лучший актер самарской КВН 1998 года, финалист «Лиги Стар» КВН «Аминка» 1998 года, а также шоумен. Бурно аплодисменты, друзья! Ну что ж, это были члены областного жюри. На данном мероприятии присутствуют также члены городского жюри. Так что давайте поддержим их бурные овации. Ну и не могу пройти эту новую страну, ведь на нашем мероприятии присутствует наш глубоко уважаемый, любимый ректор, профессор Дмитрий Евгеньевич Быков! Ну что ж, вы все готовы? Вы готовы увидеть это зрелище? Вас не слышно, друзья? Ну тогда поехали! Алина Родионовна, как хорошо, что я вас нашел. Понимаете, я вот что хотел сказать. Я сегодня всю ночь буду работать, и поэтому... Няня, дорогая няня, что я хотел? Где моя маленькая кружка? Спасибо большое. Если что, я в своем кабинете. Спокойной ночи.
Саша, думай. Лукоморье — это, конечно, хит, но нужно что-то глобальное. Там еще и Лермонтов на пятки наступает. Так, думай, Пушкин, думай, давай же. Ладно, хорошо, всю ночь работать. Сейчас на черничке накидаем, а там уже и зарифмуем. Так, 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 Пушкин, думай, думай, думай. Так, о, есть творение. Ай да, Пушкин, ай да. Ну, вы сами знаете. Онегин! Онегин! Онегин!
Евген Онегин. За мной, Романы! Все равно скучно, скучно в вашем Питере. Аж ночи нет. Письмо, письмо! Срочное письмо господину Онегину! Я не Онегин. Вы Онегин? Да, да, это я. Ох, крепитесь, сударь, крепитесь, у меня плохие новости. Ваш дядюшка помер. И что? Как что? Но он оставил огромное наследство! Мой дядя помер! Когда помер? Крепитесь, соболезную. Какую сумму он мне оставил? Ну вот списочек, здесь все перечислено. Вот это да! Ничего себе! Я сию же минуту еду в его, то есть в мое поместье. А вы, неудачники, оставайтесь здесь и тухните. Извозчика мне! Извозчика, барину, извозчика! Господа, графиня Скакова прибыла на бал. Cause I'm a boo.
When we touch the party, we pass a rat, we park in Miami, Scotty. I ride from the Ducati. She never look me, but me go, she a full cocky. I'm in mean, y'all, if we be silly lucky. Me a Japanese girl, me a bungee down party. She look like a bar, she look like a lady. Me hands right up, let me go, walkie. Поселился, где деревенский сторожил. Лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Гениально, гениально. Ах, как хорошо-то, деревня! Пахнет-то как! Вы что, здесь вообще, что ли, не убираете? Парень новый приехал! Город-то какой! Барин-то наш старый помер! Хороший барин был! Не-не-не, я его дальний родственник. А, ну честно говоря, барин так себе был. Талый. А ну-ка, созови мне всех моих крестьян. Крестьяне! Барин новый приехал! Раньше крестьяне, слушайте меня сюда. Теперь у вас все будет по-новому. Я вам барщину оброком заменю. Слышь, вы чё такие грязные, а? Я говорю, вы чё такие грязные, помойте, сидите, танцуют они. А тебя как зовут, Крепыш? Андрюшка. Большой пламенный привет, я Ленский. Ваш сосед Боря. О, здравствуйте, очень приятно, не представляете, насколько встретить в такой глуши образованного человека. Да-да, и мне, и мне. А скажите мне, как человек благородный, как вы здесь развлекаетесь? Фу, я на речку хожу, вдохновляюсь. За девками подсматриваю. О. У меня, кстати, есть расписание купания, пойдете со мной? А, нет-нет, спасибо. Вы что, голубчик? О, неправильно спросил. Вы что, голубчик? Нет-нет, вы меня неправильно поняли. Ну, а кроме реки, чем вы здесь занимаетесь? Ох, дел много, знаете, даже отдохнуть не успеваю. С утра просыпаюсь и кричу «Мам!» из соседней комнаты, чтобы она что-нибудь сделала, а то самому-то лень. Да. Или, знаете, кошку позову «Кс-кс-кс», она поворачивается, а я уже на нее смотрю. Да, и так 3 часа. Да. Или, знаете, бывает, камыш сорву и иду, кого-то у меня сигара. Сами придумали? Да. Или, знаете, бывает, прям нахлынет, найдутся старый аккумулятор. Разрублю его и выплавляю свинец. Боже мой, Ленский, вам сколько лет? Ух, ну почти 18. А барыня-то у вас есть? Ну есть там одна особа, очень уж нравится мне. О, это, кстати, вам в честь знакома. А, боже, что это? Это рыцарский значок из свинца. Я сам выплавлял. Ленский, спасибо огромное, сохрани его на веки вечные. Засим и дружба состоялась. Они сошлись волнами, стихи и проза, лёд и пламень. Так первый день, каюсь я, а делать нечего, друзья. И лёд, и нет, и мир, конечно, охоты узы, врага несть. За неким дым жило сердечно эту встречу. Но только ты, Ленский, моей мечты. Только ты, Ленский, моей мечты. Но только ты, Ленский, моей мечты. Только ты, Ленский, моей мечты. Ла-п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 а-
Да, господа и дамы, а в наше время никак не обойдешься без рекламы. Так, паренек, поступил заказ.
нужно что-то снимать, нужно что-то думать. О, идейка есть, идейка. Смотри, трейлеры к фильмам. О, огонь, огонек. Ой, огонек. Кинотеатр «Огонек». Знаете, сейчас трейлеры к фильмам, это вообще неинтересно. Вот наша рекламная кампания придумала другие трейлеры к праздникам. О, ну-ка, интересно. Вот, посмотрите. О, ничего себе. ВХС, а я думал, у вас шарашка. Ну ладно. День города Сызрань. 17 сентября. Этой зимой город погрузится во тьму. Меня зовут Джабасу Даша, и это мое последнее сообщение. В моем доме нет света, как и во всем квартале. Не знаю, что нам делать. Где же наши спасители? Где же эти люди? С праздником вас! День энергетика! На свадьбу будешь? Не сегодня. День воздушного флота. Даша? Сагиль, прости меня! Ну ладно. Воскресенье. Прощенное воскресенье. Не, пошел, Даша, конечно, баба хорошая, я тут понимаю, но молодец. День встречи выпускников. Каким факультетом ты пользуешься? Конечно же, ФАИТом. Но почему? Ведь существует множество различных факультетов. ФАИТ – это обмен знаниями. Это не только компьютеры, но и ноутбуки. ФАИТ – это гигабайты курсовых проектов на твоей флешке. ФАИТ – это общение. ФАИТ – это рост. ФАИТ – это свобода. ФАИТ! Алло, конечно, встретимся в восьмом корпусе. Гениально!
Прям шедевр. Но все переснимем. Давай, пойдем, пойдем. Пойдем работать, пойдем, колпак. Шапки лапы, хвост вомбата и усы Якубовича. Пипа-дипа-па-ди-дум! Ха! Наконец-то я осознал эликсир молодости! Опять эта дрянь получилась. Так, наверное, усы лишние. А, ладно, завтра побреюсь. Так, на чем я остановился? Добавлю, пожалуй, слез ежа. Так, где-то здесь должен быть этот волшебник. Или я опять заблудилась? Что ж такое? Люди! О, дедушка, а подскажите, пожалуйста, как мне выбраться из этого леса? Дедушка? А знаешь ли ты, девочка, что у меня есть такой эликсир, что ой, не надо мне ваш эликсир! От этих промоутеров даже в лесу не спрячешься. Ты, видимо, не понимаешь, с кем ты разговариваешь. Я могу превратить тебя в животное, если захочу. На вот, попробуй. Да, детка, многие так говорят. Что-то я тебе не верю. Что? Мне? Мерлину? Да я средневековую битву экстрасенсов выиграл. Вон вся спина в шрамах. Потом еще бригадам поехали, короче, на работе не сгорел. То есть ты хочешь сказать, что можешь все? Ну, почти все. Я тебе докажу. Женщина, пятый ряд, седьмое место. Ты мужчина. Я великий Мерлин. Что? Не-не-не, ничего. Ты мне не веришь, да? Я тебе докажу. Мерлин. 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 Ладно, посмотрим, что у него тут. Не силу любви. Но как если... Как же эликсир? Эликсир — это другое. Чтобы что-то случилось, тебе нужно этого очень сильно захотеть. Все, я пошел. Куда ты? Я захотел и хочу, чтобы это случилось. Я про любовь. Но это несправедливо. Этот волшебник был единственной возможностью встретить настоящую любовь. Это невозможно. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Андрюшка, раздувай угли, самовар остыл. Как хорошо, что вы меня навестили именно сейчас, а то я весь скуки предался. Ох, это дело поправимое. Поедемте со мной, доступ почтенным Ларином. Ведь там живет самая прекрасная девушка на свете, Оленька. А это что за барышня? Ох, она мой идеал, я женюсь на ней. А бог ты мой, Ленский, во мне ты 18. Когда мне будет 18, я уже буду женат, и у меня будет двое маленьких детей. И может быть тогда от меня станет этот царский военкомат. Так, Ленский, не слышите меня, вам же нет 18, какой царский военкомат, но вы не такой глупый, как кажется. Да-да. А, Ленский, ну что же, поедем в Ларин? Поедемте. Где ваш Андрейка? Андрейка, точно, господи. Андрейка, поехали с нами. Только переоденься. Да. Есть у него костюмчик один подходящий. У моего холопа костюм, откуда я только представляю. Thank you.
зайдет, только сапог надень. Пойдем, пойдем. Жмет, что ли? Горячий еще! Тьфу, да поехали скорей. Поедем клариным, кла-кла-кларином, поедем в гости. Простая русская семья, гостям усердное печенье, варенье, вечный разговор, про дождь, про лёд, про скотный двор. Клава-лариным, поедем клариным, клава-лариным, поедем в гости. Прекрасный чай, отличный аромат, богатый вкус. Ну так красная цена. Охренский, что вы мне не представили дамам? Ой, да что так им давать? Татьяна Ларина и прекрасная Ольга тоже Ларина. Ой, это Евгений Онегин, мой друг. Олецкий, не торопитесь, вы у меня еще только в подписчиках. Столичный человек. Как интересно, а правда, что вы... С Дантесом в одном лицее учились. Правда, только он еще в классе в шестом пить и курить начал за конюшней. А я в спортзал пошел, там-то пить и курить теплее. А правда, что вы Кутузова знали? Да, правда, отличнейший человек, оптимист. Все считают, что у него одного глаза нету, а он считает, что один глаз все-таки есть. А правда, Валя, что в Питере прелюбодеев много? Знаете, правда. Они даже при любодеи парад хотели провести. Но только царь пока не разрешает. А вы угощайтесь. Вот попробуйте варенье яблочное. Его наши мальчишки дворовые собирали. Тьфу, да что такое соленое? Ну так в чужом дворе собирали. У нас такая прекрасная автономка. Разрешите зачитать свои стихи. О, давайте послушаем. Наступила осень, падали листы. Мне никто не нужен, кроме ты. Будем мы с тобою единая семья. Тебе ж никто не нужен, кроме я. Татьяна! Поди опять в сад убежала. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девушкой чужой. Вот они, 17-летние, принцы, добрые молодцы, не дураки, в голову битые принципы, в карманы спрятаны кулаки. Непривычно жить по привычке, трепетно ждать, восхищенно говеть, март, грядущий мотив мурлычет, в тактах тяжелой слези. Вот они, 19-летние, из огня до полымя, щурятся, скажут приветливо, друг, не покинь меня, кулаки в драке вместо ножа. Юность не ищет благ. Но если хочешь что-нибудь удержать, то разожми кулак. Вот они, 23-летние, котята брошенные водоем. Если не утонул, запятнан, плотоядное ты зверье. Но коли не утонул, то больше не брат, не друг. И потянешь нас ко дну, если мы не опустим рук. Вот они, 25-летние, сердцееды, философы, беглецы, ради каждой шкурнической победы готовы устроить цирк. На язык не острым околки, и в толпе взгляды мышек снеть, и волчата голодные волки, на которых добычи нет. Вот они, 32-летние, вечные скептики, холостяки, матери просят наследников, женщины, предложение руки, погони за реализацией не желают менять устав. В дураках не остался, близится возраст Христа.
Вот они, 33-летние, и моя скорбь наполняет рот. Вот они кулаки разжимают, надеюсь, что все это пропадет. Мальчики умирают, а мы их не оставляем. Мерзкие всякие заменят лед. И любимые женщины одевают траурное белье. Сообщают с гордостью облом, будто похожи на Освенцим, их поджидало зло. Мудрецы, но куда этот опыт канет? И они замедляют шаг, и хоть время собрать все камни, годы сожмут кулак. Словно в брус сожмут их рок изобилия. Мимо идущей молодости шепчут: давай, люби меня. Да прикинется глухонемой, станет леющей свечкой солнца. Или поспешно уйдут домой, если она услышит и обернется.
Страной с наибольшими жертвами во время Второй мировой войны стал Советский Союз. Более 21 миллиона человек. 80% советских мужчин, родившихся в 1923 году, не пережили Вторую мировую войну. На этой фотографии жительница Беларуси, потерявшая в годы войны 7 братьев. Каждое 22 июня она выпекает каждому погибшему брату по караваю. Из каждых 5 погибших немецких солдат во Второй мировой войне четверо погибло на Восточном фронте. Звание Героя Советского Союза во времена Великой Отечественной войны получили 87 женщин. В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулеметчик Семен Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали за боевые заслуги, за совершение подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью за отвагу награжден Семен Константинович Гитлев. Случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно. На фото пулеметчик 3-й ленинградской партизанской бригады Алексей Гринчук. Подпись под фотографией. Мой друг Алексей Гринчук за 20 минут до гибели прикрывает отход товарища. Август 1943 года. Письмо 20-летнего летчика, офицера Юрия Бородина, погибшего в боях под Киевом. Удивительная тишина вокруг. Кузнечики, трава, солнце. Как будто нас сюда на пикник собрали, а люди отсюда уходят на смерть. Но я умирать не собираюсь. У нас с тобой еще так много впереди. Вчера сажали на аэродроме деревья. Пусть потомки вспомянут добрым словом. 12 июля 1941 год. День смерти. Дорогая мамаша, я боевая подруга вашего любимого сына, Бори. Мы с ним в одной части. Вместе прошли весь север, часть Финляндии. Прошли на юге всю Польшу, часть проклятой Германии и Чехословакии. В боях и походах мы делили пополам и радость, и горе. Читали вместе письма с родиной. В этом месяце нам пришлось воевать на 10-15 километров друг от друга. Но когда было у Бори свободное время, он приезжал ко мне велосипедом. А когда у меня было свободное время, я ездила к нему. Он как-то мне говорил, что любит молочный кисель. Я постаралась приготовить ему этот кисель, напекла пирожков с маком и повезла. 27 апреля. Боже мой, какой он довольный был. Он благодарил меня и вспоминал вас. Боря говорил, ты напомнила мне дом. Мама, только она могла так побеспокоиться за мной. Мы так долго с ним беседовали, и он просил написать вам письмо. Но это было вчера, а сегодня, 28 апреля, ваш сын и мой незаменимый друг по фронту убит вражеским снарядом. Боже мой, какое это неизмеримое горе! О его смерти мне сообщили только через 5 часов. Сообщили мне запиской, которую я посылаю вам. Дорогая мамаша, я плакала и плачу над могилой его и за вас, и за себя. Плачу о том, что он у вас единственный сын, о том, что вы не видели его. Я стараюсь отдать дорогому Боречке последнюю почесть и за вас, и за себя. Но, боже мой, этим ничего не исправишь. Боречки уже нету. Что ж сделаешь? Война. И хорошие люди долго не живут. 1945. Письмо маме, офицера-разведчика, гвардейца Михаила Васильевича Искрова от 10 мая 1945 года. Дорогая мамочка, мы победили! Радости нет конца! Все! Идет сплошная стрельба в воздух из всех видов оружия. Автоматов, пистолетов, зениток. Я пишу тебе на чистом листе бумаги, смоченном в Балтийском море. Сохрани на память этот листок. Твой Миша. Если за каждого погибшего в Великой Отечественной войне объявить минуту молчания, люди бы молчали 40 с лишним лет.
что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех далеких летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы умолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и журавлиной стаей я поплыву в такой же земле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу влегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Все тихо светит ей луна, облокотясь, Татьяна пишет, и все Евгений на уме. И в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Я ж безграмотная.
отнеси скорее Негину, я буду ждать его в саду. Ой, ну надо такая, я безграмотная, вся семья у меня тоже такая безграмотная. Проблема отношений отцов и детей актуальна всегда. Но особенно тогда, когда сына отчислили из института. О, Тамара, смотри, какая лодка. Два мотора, два швеллера. Ой, ладно, Вить, не буду тебе никогда такой. Тебе на нее даже кредит не одобрили. Ну чё, что-нибудь придумаю, все равно купил. Хорошая лодка. Ой, Сашка пришел. Здрасте. А ты что такой грустный? Нормальный. Как дела в институте? Нормально, наверное, не знаю, я просто там уже не числюсь. Ты же говоришь, что у тебя всего лишь один долг. Ну да, один долг, 120 тысяч рублей. Именно столько стоит закрепить в нашем институте бизнеса. Ну ничего, еще у тебя один долг появится перед отечеством. Служить пойдешь, понял? Тамара, успокойся. Сядь на кухню, я с ней поговорю. Сашка, ты должен служить! Пап, ну я не могу служить, я же этот... Рэпер! Так, рэпер, не дави на жалость, иди служи! Я служил, а ты служить должен! Да я не хочу все делать, как ты! Работать на заводе и воспитать сына! Дебила! Сашка, ну геварь, придешь в армию, станешь этим королем двора! Так тебе, перспектива 23 года! Саша, иди! Пап, ну я не могу! Как же мои девчонки, они будут по мне скучать! Ничего страшного, журналы можешь взять с собой. А как же я там буду без компьютера? Не переживай, мы здесь тебе его не скоро купим. Ладно, все, пап, короче, уговорил, иду в армию. Все, возьми бушлат, он теплый, очень теплый. Алло, да! Алло, здравствуйте, я с кредитного отдела по поводу кредита на моторную лодку. Здрасте. Мы оформим вам кредит, если у вас будет два родственника-поручителя. Витя, кто звонил? Мама, где мои носки? Ой, пойду посмотрю, забыл носки. Сашка так подумал, не нужно тебе в армию. Да не, пап, я решил, все, иду в армию. Ну, Сашка, ну ж такая сильная армия в стране, ну. И чего? Ну не порти ей статистику. Сашка, понимаешь, там очень тяжело. Я когда духом был, меня деды били. Правда, потом все поменялось. Я стал дедом, меня духи стали бить. Вот видишь, Сашка, не нужно тебе в армию. Знаю, желаю! Я за вашим сыном. Нет у меня сына. Ну, пап! Олег, ты многого не знаешь. Так, подождите, у меня по документам написано, что Федькин Александр Викторович здесь проживает. Да. И где он? Сбежал. А это кто? Брат мой, братан, братишка. А почему такой молодой? Ну это не к нам претензии. Ну. Мы вот сидим, выпиваем с братом. Ты ж больше не будешь, правильно? Да не буду, Тамар, давай, неси, сейчас можешь... Так ты что, охренел, что ли, а? Здорово, вертлюк. О, здорово, здорово. Погнали в Килфиш. Не, сидеть не могу. Дядя Вить вышел, я уже не ваш сын. Нашелся! А мама мне говорила, что у меня папа летчик. Ну да, летал, летал. Она сказала, что он разбился. Так этот прикол был. Я прикололся, сюрприз хотел сделать. Так да. Хватит мне голову морочить, он же даже на вас не похож. Зато на вас похож. Вот это, маму как зовут? Тамара Федоровна. Полненькая такая с родинкой, да? Да. Не похож он на меня вообще. Все, иди, малец, гуляй со своей килпеющей мамой Чорой, беги. Вообще, хватит мне лапшу на уши вешать, я же вижу, что это ваш сын. Да это что? Да не, это не ваш. Этот? Да. 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 Сынок мой, роднулечка моя. Может, как-нибудь договоримся? Не, ну можно, конечно, договориться. Ну пойдемте на кухню, я чай. Ну пойдем, все посмотрим. Сына, сына. Ну что, отмазал тебя папка? Да вроде да. Это мы все с тетей Зиной про кредит придумали. Хорошо, что она там до сих пор работает. Все, Сашка, меняешь место жительства. В армию хожу. Нет, домой переезжаешь. Гараж военкому отдал.
Да не, пап, я решил иду служить, все. Да и боксинг, самое главное, настоящего мужика воспитал. Друзья, что хотелось бы сказать в конце? Каждый отец может вести себя как балбес, но не каждый балбес в нужный момент может повести себя как отец. Друзья, мы показали вам историю лишь одной семьи, но на самом деле семьи бывают очень и очень разные. То есть мы в нашей совершенно стандартной шотландской семье вырастили вот это. Мой дед. Спасибо. Мой дед играл на волынке. Я, твой отец, играю на волынке. А ты на этом баяне. Аккордеон. Заткнись. Аккордеон. Ну давай, 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 покажи, покажи, ради чего ты продал наш инструмент. Успокойся, все, все, ну все. Thank you.
точно не Татьяна? Татьяна! Я сразу же примчался к вам. Я так рада вас видеть. Знаете, скоро состоится бал по случаю моего дня рождения. Осмелюсь спросить, вы придете? Разумеется, ведь там мой друг Ленский делает свое Оленьке предложение. Какая чудесная новость. Только это тайна. Татьяна, милая Татьяна, вы написали мне письмо. Татьяшки, заткнитесь и ешьте свои ягоды. Я прочел ваше письмо, Татьяна. Ах, Евгений. Поймите, мы не можем быть вместе. Дело не в вас, дело во мне. Так заткнитесь уже. Но я не понимаю, что вы хотите мне сказать. Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю. Любовью брата. И, может быть, еще нежней. Это была моя исповедь вам. А теперь проповедь! Послушайте же меня без гнева! Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. На телесо свои листы кидает каждую весною. Дайте мне свет! Как видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь у вас новым собою. Не всякий вас, как я, поймет. В беде не в опытность ведет. Все вместе! Еще раз! Беде! Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его. Мы замки взялись, и ты
супруга бывает вмиг увлечена. Любовью шутит сатана. Dreams.
Yes. Love me good. Oh, darling, love me good. Oh, darling. Yes. Love me good. Oh, darling, love me good. If you want me to, I could dance on. If you want me to, I что в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, хандра ждала его на страже. О, Борь, а ты чего грустишь? А чё-то приуныл. Ну давай тогда в города сыграем. Ну давай, Москва. Антверпен! Ничего себе, Андрюшка, я даже не знал, что ты у меня такой умный. Ну, Антверпен, давай. А, Нижний Новгород. Антверпен! Пробился я, Андрюшка. Ну, давай, Борин, тебя развеселю тогда. Хочешь, я до ярки нашей Прасковье плетей всыплю? Ну, давай, попробуем. Чё, не развеселил, барин? Зато себя развеселил! О, барин пришел! Как хорошо, что вы пришли! А то наш барин-то совсем загрустил! Вы же его как-нибудь развлеките, а то у меня дел много! Ой, много дел! Ступайте, ступайте, конечно, ступайте! Такие дела. Олеги, почему вы не одеты? Да зачем? Как же вы что забыли? Сегодня же бал у Лариных. А мне Ларины больше не нравятся. По мне, Дукалисы круче. Ну и бог с ним, тогда я останусь с вами и почитаю вам свои стихи. У нее глаза словно птицы ферма. Поехали! Так бы сразу, а то чего выпендривался, да? Очка. Кибитки в бричках и санях. Кассина встречи новых лиц. Лаймотик шмока не девиц. Эй! Твоя супруга народная. Приехал толстый мужиков. Вадим Казань белоскотный. Владелец нищих мужиков. Уездный праздник Петушков. Мой брат воюрский Буянов. И от того же этих стрямов. Сижу здесь старый плод. У Ларины! У Ларины! Сегодня бал! У Ларины! У Ларины! Сегодня бал! Добрый вечер, Скотинин. Я вижу.
хочу жуть. Вчера всю ночь в карты резался. Наслышан. И что же вы слышали? Что вы вчера так нарезались, что потом валетом валялись, вас там какие-то дамы прибили, а потом шестерки унесли. Да. Разрешите представиться, Петушков. До свидания. О, бонжур, месье, а пардон. Не-не, извините, я не логопед. Ленский, голубчик. Ну, Ленский, а? Затащил меня на ретро-дискотеку. О, а вот тут я его и отомщу. Ольга, а можно сделать вам комплимент? Вы же знаете, я не люблю эти ваши стандартные комплименты. У вас голова такой правильной формы, Ольга. Онегин, продолжайте. У вас такие лучистые глаза. Да ими кварцевать можно. Онегиновая тушка. Да, наконец, ваше главное достоинство. Вас нет на улицах Петербурга. Может быть, потанцуем? С удовольствием. Мазурка раздалась, тут вдруг бывало, когда гремел мазур и танца гром. В огромном пышном зале все дрожало, паркет трещал, скрипел под каблуком. Еще наша мазурка не спростыла, и ты в одиночке на воздухе. Она не изменила паркеты, каблуки и господ усы. Ты! Снег! Вот это вот! И я тебя вызываю на дуэль! Просто перчатку дома забыл. Ну так сразу и сказали. А ты, Оля! Оля! Я размещу тебя на улицах Петербурга. Да-да, и давай сюда мой свинцовый рэперский значок. Да-да, ты не сумеешь? И ты давай! Я дам! Давай! Блин! Ну стучу тебе! Давай!
друзья, с вами самая молодая и амбициозная команда КВН «Вид на Волгу». И к этому выступлению мы очень хорошо подготовились. Я подготовил самую эротичную часть своего тела. Это еще какую? Не-не, Егор, я не совсем об этом. Команд КВН «Вид на Волгу», погнали! Итак, мы начинаем. Когда в парке впервые приходит повестка из военкомата, это далеко не самая приятная новость. Ну чё, как у тебя дела-то? Да вот, повестка из военкомата пришла. Ну ты лох. За этот год ты бы мог девушку найти, работу найти, машину купить, ну ты лох. Так, все заключенные свидания окончено, пошли. Да ладно, сейчас. Пошли, я сказал. Ну ты лох. Едем дальше. Представьте, парень, который совершенно не умеет придумывать клички. Кошка. 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 Сын, 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 где муж? Папа. Многим из нас было интересно, что же происходит в офисе техподдержки, когда нас просят повисеть на линии. Алло, здравствуйте. Телевизор сломался? Минуточку, оставайтесь на линии. Ребята, телевизор сломался, что делать? Телевизор! Стойте, стойте, стойте! Я знаю, что делать. Все операторы заняты, перезвоните позже. Пронеслось! Продолжай. Представьте, парень, который не умеет обзываться. Лох, дурак, беляш. А ты пакет, ты пакет. Друзья, давайте пофантазируем. Экзамен в Древней Руси. Ток-ток-ток. Ходи, отрок. Нечего воздух стучать, в чистом поле ж сидим. Хлеб да соль прикупить меня вздумал. Что ж не прикупить-то, коли закона того запрещающего нет. Верно говоришь, тяни перестук. Прочел? Прочел. Чё брешешь, отрок? Нет ещё грамоты на земле русской. Гол тебе. Садись. Перед вами выступала команда КВН «Вид на Волгу». Самая драйвовая команда политеха. Кто-то сказал драйвовая, а ну отошли, малыши, отошли. Это мы самая драйвовая команда политеха. Сейчас же весна, у нас гормоны играют. Ну теперь точно все отлично будет, за нас еще и гормоны играют. Команда политех, ну что, начинаем? Представьте, очень необычная реакция девушки на предложение. Бон! Иисус, ну как мне это понимать? Не, ну вот так мне в ломбард еще вещи не сдавали. Плохо, плохо. Представляете, парень в первый раз ночует дома без девушки. Вот да! Диагональ! А в фильме «Терминатор» что-то пошло не так. А наша команда выяснила, в сетевой маркетинг попадают именно так. Молодой человек, а не желаете ли ознакомиться с новой линией мужской косметики? Ну почему бы нет? Часть корабля! Часть команды! Часть корабля! Часть команды! Часть корабля! Но
то уж во время ограбления банка сразу видно, кто актер. Не забирайте наши деньги! Пожалуйста! В общем, понял, как надо умолять, чтоб не убили. Да, ну так вот, давай. Друзья, а все мы с вами в детстве прыгали с рук в речку? Итак, представьте, случай на речке! Раз, два! Сейчас отдышусь. Все, давай, я готов. Раз, два! Да что опять-то? Оказалось, не готов! Ну ты решай, либо прыгаешь, либо слазить тогда. Прыгай давай. Раз, два! Да на этот раз что? Я еще и высоты боюсь! Да ё-ма. It's my life. Перед вами выступала самая опытная команда политеха. Вы че не здесь это, блин? Это вы самые опытные, нас здесь, видишь, все знают вообще. Мы вообще знаем, что нужно этому залу. Ну что, встречайте, команда КВН сборная, легкий весенний сумурчик, погнали! Все, давайте начнем. Мы все учились в школе, и в каждый класс во время урока заходили именно такие люди. Сейчас, минуточку, внимание. Можно объявление сделать? Ну да, конечно. Друзья, только сегодня и только у нас, любимая церковь из города Скотча, в нашей программке три обезьянки в трусиках, коза Дениза, еноты на черепахах, дядя в шпаг глотает ам-ам, питон Сифон Дрогбороды, четыре кота Гарфилда, превращение дяди в тетю, а также много сладкой ваты и попкорна. Цена вопроса всего лишь 300 рублей. Нет. Нет, мы не пойдем. Ну хотя бы 150 рублей. Нет. Нет, ребят, ну это наглость. Мы же даже так костюм не откупим, понимаете? Представим, влюбленная пара застряла на самой высокой точке колеса обозрения. Помогите! Спасите! Дорогой, ну что ты орешь-то? Отсюда не видно всю архитектуру нашего города! А, хрущевка, светлашка! Дальше на заседании Государственной Думы. А со своей программой приглашается партия ЛДПР. Значит, в нашей программке три обезьянки в трусиках, коза Дениза, еноты на черепах. Представим, произошло непоправимое. Парень сказал, что девушке на вид 24, а на самом деле ей 23. Ну я же не имел в виду, что ты старая. Ну на что ты обиделась? А, на это? Ну, посмотри на меня, мне нужно тебе кое-что сказать. Господи, ты стареешь с каждой секундой. Ну это не самое страшное, у тебя вообще вон на колготках стрелка пошла. Да сейчас что не так? Я не в колготках! Города в деревню, зачастую нас могут встретить именно такие личности. Ой, хорошо, Дим. Смотри, какая речка. Красота, ой, речка. Ой, ой. Кто такие? Да это эти Юртайкины родственники. Кого? Ну, соседи по Эмурзина. А, че, приехали девчонок наших забирать? Не, ни в коем случае. Ну, пожалуйста. Не, нам чужого не надо. О, классно, наверное, свой веник иметь в деревне, да? Да это батин, рабочий.
О, дай жабну. Чё, ты соль там? Да, мамка не дала, чё. Слышь, пацаны, а вы же местные, поможете нам алкоголь намутить? Базара нет. Договорились? Я говорю, базара нет, негде алкоголь покупать. А как вообще здесь веселитесь? Ну вот вчера вдвоем от комбайна бегали. Сейчас, походу, вчетвером будем. Нет, мы не будем. А придется вон ей, давай, Витек, чё? Погнали, Сашка. Потому как Дмитрий Зибров ведет передачу «Кто хочет стать миллионером», может показаться, что он немножечко под шофе. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача «Кто хочет стать миллионером» и я, ее ведущий Дмитрий Зибров. Сегодня у нас в гостях Алина. Умница! Красавица! Алина! Алиночка! А я напоминаю, что у нас есть три подсказки. 50 по 50. Звонок бывшему. И помощь зала, потому что я уже не вывожу. Друзья, в последнее время стало популярно телешоу «Танцы на ТНТ», кастинг в которое проходил во многих городах России. Итак, представим кастинг в городе Чапаевск. Следующий, заходите, пожалуйста. Здорово, вот пришли поучаствовать, посмотришь? Конечно, посмотрим, давайте для начала познакомимся. Змей. Марин. Руки сильно сжимай, махался вчера. И у нас сразу вопрос, а будете танцевать в паре? Не, мы бы хотели в тумане, чтобы так везде было. Моя. Твоя. Скажите, а в каком стиле вы будете танцевать? Локинг, твёрд, дэнс-холл? Да. А скажите, что вас привело на наше шоу? Полторашка. Это я купил. А может быть уже перейдем к вашему танцу? Знакомство в клубе. Я люблю тебя, я больше не люблю тебя. Твои слезы мне все прокричали. А тебя уйти без прости, забудь ты думай о том, как сердца наши вместе звучали. Ну прочитай мои письма, пиши все мои. Остановитесь! Вы не в танцах! Я за эту фигню 10 тысяч отвалил. Ты же 300 блоков яблочного киса. Киса? Какого киса? Ты достал меня же свой! Друзья, ну что хотелось бы сказать в конце? А знаете, после объединения трех вузов, вот примерно такой конкурс на одно место будет. И это только на ФГО! Сборная сам ГТУ, спасибо! Полетели вниз. Party girls, don't get hurt, have a legacy. Well, I will I learn, I push it down, push it down now. I'm the one for a cruise, I'm calling for a blow. When I'm on the road, I feel the love, I feel the love. Throw me back to my lion's head.
чтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения послу такому поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. На дуэль, на дуэль, на дуэль, эй! На дуэль, на дуэль, на дуэль, давай! На дуэль, на дуэль, на дуэль, эй! На дуэль, на дуэль, на дуэль, давай! Здравствуйте! Здравствуйте, сэр. Онегин, мелкопоместный дворянин. Зарецкий, мутный тип. Я вижу. А, господа, вам оружие? А я выбираю револьвер. Отличный выбор. Значит, я выбираю унаги-маки, соевый соус и Филадельфию. Так, что ты делал в меню, что все? Давайте мне пистолет. Ух, что-то холодно мне. Это вы к чему? Погорячился я, походу, с дуэли. Отпускает меня. Господа, сходитесь. Господа, расходитесь. Так, Ленский! Кто ворота закрыл? Стойте, стойте, Онегин! Вы хоть раз были на море? Да. А я нет. Вот как оно бывает, да? Всю жизнь прожил и ни разу не увидел море. Ленский, давайте посерьезнее, у нас дуэль! Теперь сходитесь. Теперь сходитесь. Холоднокровно. Еще не целя. Два врага. Походкой твердой. Тихо. Ровно. Четыре перешли шага. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первым тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал так же целить, но как раз. Так, стоп, приходите. Дорогой зритель, прошу прощения, но давайте остановим дуэль. Я сам из-за этого пострадал. Мне это виднее. Тоже, кстати, из-за бабы. Бардонс из-за барышни. Ну что ж, дорогой зритель, давайте помирим двух этих замечательных парней и посмотрим, как все сложится иначе. Онегин с Ленским помирились и закатили дома пир. На сестрах Лариных женились, двойня трещал вине трактир. Построен был поместье дом среди березовых ветвей. Онегин вырастил мамон и двух прелестнейших детей. И посему наш политех наперекор всему, чтоб ни случилось, будет политехом!
Нашего любимого, глубоко уважаемого ректора, профессора Дмитрия Евгеньевича Быкова! Директора культурно-молодежного центра «Санкт-ПТУ» Елена Александровна Мясникова! А также председателя профсоюза политеха Константина Франко! Под ваши бурные аплодисменты для победителя! Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, просим вас пару слов о сегодняшнем мероприятии прошедшем. Дорогие студенты, гости, жюри, артисты, я вас всех поздравляю с этим явлением. У нас гала-концерт «Тут весна» в университете стал огромным праздником и огромным явлением. Поначалу, когда я же сценарий не знал, смотрю, Пушкин появляется, думаю, ну все, прицепились к классикам, сейчас начнут качать извечные темы. На самом деле все оказалось не так. Спектакль, который сегодня мы увидели, это и классика, это и рэп, это и другие жанры, и танец, и пантомима, и все как в музыке Баха, многоголосие в одном потоке творчества, профессионализма, красоты. Это все, конечно, от дебюта до финала было очень здорово. А вообще, сегодня мы все видели с вами отличный театр. Вот отличный. Я бы сказал, эксклюзивный. Нигде такого вы больше не увидите, как только у нас в политехе. И за будущее своей страны я спокоен. Спасибо, ребята. Все здорово. Поддержи! Ну что, друзья,
А теперь мы переходим непосредственно к церемонии вручения номинаций, награждения режиссеров и победителя. Поехали! Дмитрий Евгеньевич, мы предоставим вам самые лучшие номинации. Вот. Я просто хочу сказать спасибо вам, ребятам, всем, кто нам помог, правкому. Ребята, вы талантливы, безумные, терпеливы. Оформители нашим большое спасибо, звукарям, режиссерам, нашим любимым, крикливым. Спасибо вам большое. Политех есть, будет. Мы вас любим, политех, студентов. Ура! Ректората Самарского государственного технического университета награждает в номинации «Лучшее художественное слово» Попкова Александра. Инженерно-технологический факультет. Поздравляем вас. Тепло. Ректорат Самарского государственного технического университета награждает Рахман Инну. Факультет гуманитарного образования в номинации «Лучший вокал» фестиваля искусств «Студенческая весна» сам году 2015 года. Диплом. Ректорат Самарского государственного технического университета награждает Береснева Максима. Нефтетехнологический факультет в номинации «Лучший актер фестиваля искусств «Студенческая весна» 2015 года. Ректорат Самарского государственного технического университета награждает танцевальный коллектив. Извините, пожалуйста, вот Максим прибежал. Продолжим. Награждает танцевальный коллектив «Крым» фестиваля искусств «Студенческая весна» сам году 2015 года. Аплодисменты, друзья! Ребята, девочки! Самарского государственного технического университета награждает Стэм энд Джек за номер оригинального жанра «Маленькое зло» фестиваль искусств «Студенческая весна» Санкт-Петербург. Представитель, пройдите, пожалуйста. Ректорат Самарского государственного технического университета награждает нефтетехнологический факультет в номинации «Лучшая режиссура» фестиваля искусств «Студенческая весна» СПБУ 2015 года. Технического университета награждает электротехнический факультет за лучшее оформление фестиваля «Студенческая весна» сам ГТУ 2015 года. А ректорат Самарского государственного технического университета награждает Ведерникова Александра Сергеевича за актерское мастерство фестиваля искусств «Студенческая весна» сам ГТУ. Ректорат Самарского государственного технического университета награждает Ильину Ларису Айдаровну за актерское мастерство в фестивале «Искусство студенческой весна» 2015 года. А вот спешите! Следующие номинации, которые у нас обозначились, любезно Газпромбанком предоставлены призы. Это партнеры нашего вуза, и подробную информацию прочитайте в следующем выпуске «Технополис Поволжья». Итак, приступаем к подаркам и награждениям. В номинации «Лучшая актриса фестиваля искусств студенческой весна» СМГТУ награждается Сатарова Наталья. Номинацию «Лучший стенд» – электротехнический факультет. И большой приз. Награждает «Газпромбанк» студию современного танца СМГТУ. Также, ребята, кто представитель?
там, пожалуйста, головки, как мы хотели, мечтали про войну. В этом году у нас в фестивале «Студенческая весна» был еще один конкурс, посвященный 70-летию Великой Отечественной войны. Я хочу сказать, что все номера были достойные, очень интересные. Я очень искренне, честно говоря, была удивлена, насколько вы искренне и душевно отнеслись к великой нашей победе. Но эти три номера, которые очень замечательно, скажем так, выступили. Это факультет автоматики и информационной технологии за номер «Варварство». Нефтетехнологический факультет за номер «У войны не женское лицо». Спасибо вам большое. Ну и номер, который вы сегодня видели, «Журавли». Инженерно-технологический факультет. Наши студвесны выравниваются, идут ноздря к ноздрю, и в этом году у нас три претендента на третье место. Разница в 0,1 балл, и мы решили не выделять никого, а наградить. Вот Дмитрий Евгеньевич, да. Елена Александровна, разрешите поправочку внести? Кстати, можно вас? Можно вас? На секундочку. С вашего позволения, представьте, пожалуйста, третье и второе место. Дмитрий Евгеньевич объявит нашего чемпиона. Правильно, забыл сказать аплодисменты. Дорогие друзья, прежде чем прийти к награждению, хотел сказать, что сегодня Политех в очередной раз доказал, что мы готовим не только высокопрофессиональных инженеров, но также профессиональных танцоров, актеров, вокалистов. И очень отрадно и патриотично то, что сегодняшнее мероприятие прошло под брендом «Политех навсегда». Итак, переходим к награждению. За третье место фестиваля искусств «Студенческая весна» награждается нефтехнологический факультет. Также за третье место награждается факультет автоматики и информационных технологий. На третье место награждается инженерно-экономический факультет. Мы поднимаемся на планочку выше, и второе место у нас занимает электротехнический факультет. Победителем фестиваля искусств «Студенческая весна» с МГТУ стал инженерно-технологический. Молодцы! Спасибо вам большое! Мы, наверное, будем ждать оценку нашего жюри, а вас просим праздновать нашу студвесну дальше. Спасибо вам большое. Ждем оценок. Друзья, всех с